Испания занимается судостроением. Мы работаем в подряде у ведущих заводов города Астрахани. Занимаемся вопросами судоремонта, судостроения, антиколлизионными покрытиями. И, в частности, на эту выставку мы привезли новый свой проект. Особенность проекта заключается в том, что он выполнен из композитных материалов. Это отечественные материалы от стеклоткани до связующих на основе бокситных смол. И корпус сделан по принципу сэндвичевой конструкции. Сэндвичевая конструкция позволяет облегчить корпус, то есть сделать его гораздо легче, соответственно, уменьшить вес, уменьшить водоизмещение и увеличить полезную нагрузку и брать на себя либо больше людей, либо больше топлива. Точно так же сэндвичевая конструкция позволяет создать дополнительную плавучесть, потому что связующим внутри сэндвича является специальный конструкционный пенопласт, который делает корпус плавучим. И в расчете корпуса сделан таким образом, что даже при затоплении всех отсеков судна остается на плаву, то есть оно не тонет. На базе этого корпуса можно создать судно для любых задач. То есть это от обычного пассажирского судна до катеров для спецподразделений. Проектные конструкторские работы завершены, уже завезен материал для закладки корпуса, и в мае мы планируем спустить на воду первое судно.